Снаружи монтаж игровых площадок, внутри идет работа по облицовке стен. Активное строительство детского сада в пригороде Лесное началось в апреле текущего года. Огромный пласт работы уже позади. По словам застройщика, объект площадью 6000 квадратных метров завершен на 90%. В настоящий момент у нас все коммуникации в детский сад заведены. Сделано, как вы видели, благоустройство этого детского сада. Подключены все необходимые жизненные системы к этому детскому саду. И в феврале-марте месяце мы уже планируем его передать администрации Ленинского района. Ход работ проверили жители микрорайона, в частности те, кто собирается привести своих малышей в этот детский сад. Директор Центра культуры и досуга Ладыгина Надежда Стрибкова помогла им найти контакт с представителем компании-застройщика. Мы уже видим на данном этапе, что строительные работы завершены. Здесь, по сути, проходят уже благоустроительные, косметические работы. Нас конкретно интересуют, конечно, сроки и ввод в эксплуатацию. Строительство объекта завершится к концу этого года. Здание оборудовано 15 групповыми помещениями. Два из них для детей от 2 лет. Свои двери для 360 ребят детский сад распахнет весной 2020 года. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.